позвольте поприветствовать всех, кто собрался сегодня здесь на мастер-классе. Сегодняшним мастер-классом мы открываем наши открытия мероприятия, открытые мероприятия 2012 года. И сразу хочу сказать, что те, кто первый раз здесь в Академии и присутствует на мастер-классе школы IT-менеджмента, сказать, что мы несколько раз в год проводим открытые мероприятия. Заходите на наш сайт, смотрите объявления, и мы будем рады видеть всех на наших мероприятиях, на наших мастер-классах. И прежде чем передать слово ведущему сегодняшнего мастер-класса, Владимиру Дмитриевичу Алешину, который является профессором кафедры системы управления бизнес-процессами нашей школы IT-менеджмента, хочу сделать один небольшой анонс. Наверное, наши слушатели и наши выпускники, которые присутствовали на последних наших мероприятиях, уже, может быть, знали о том, что мы в прошлом году аккредитовали новую программу MBA по специализации информационная безопасность. Ну, сегодня я уже могу сказать о том, что первая группа, которая учится на такой программе, уже начала обучение от 2011 года. И, то есть, уже эта программа реализуется. Хочу сказать, что большое внимание к этой программе со стороны сообщества, IT-сообщества, которое занимается такими проблемами. И думаю, что все, что касается информационной безопасности, сейчас есть такой тренд, что очень много что переходит в виртуальный мир, и все, что касается информационной безопасности, становится очень актуальным. Поэтому, в общем, IT-сообщество очень положительно восприняло, так скажем, инициативу школы IT-менеджмента, то, что мы открыли такое направление. И хочу сказать, что теперь у нас регулярно, и раз весной, и осенью, как обычно, программа вот MBA для IT-директоров, так и программа MBA для тех, кто занимается информационной безопасностью, мы будем два раза в год запускать новые группы. Поэтому хочу обратиться к нашим выпускникам и слушателям. Наверняка у вас в подразделениях есть люди, кто занимается такими проблемами, есть коллеги. Поэтому мы будем рады видеть ваших коллег, ваших товарищей на этой новой программе. Ну а сейчас я хочу передать слово Владимиру Дмитриевичу, и он объявит всех остальных, кто сегодня здесь. Коллеги, позвольте несколько слов, в которых я собираюсь объяснить вам истоки того, как появился этот мастер-класс и какие цели и задачи я формулировал при организации. Я хочу начать вот с этой цитаты Козьмы Прыткова. И моя главная задача, которую я вижу сегодняшняя, состоит в том, чтобы расширить круг понятий, которыми вы обладаете, с тем, чтобы сделать комфортным вашу работу в ваших организациях. Почему для меня это так важно? На сегодняшний день, в общем-то, можно констатировать, что те идеи, которые были высказаны Николасом Таром в середине 2000-х годов, о том, что IT превращается в инфраструктурную технологию, они начинают медленно, но верно сбываться, и каждый день мы будем видеть только увеличение инфраструктурной части в тех IT-технологиях, которые вы используете в своих компаниях. В этой связи сразу возникает вопрос. Что же должны сделать выпускники школы IT-менеджмента? Что же должны предпринять те люди, кто сейчас учится в школе IT-менеджмента, для того, чтобы повысить свою стоимость на рынке труда и сделаться необходимыми своей компании. Вот главная задача, которую я вижу. И решать я ее думаю, что мы должны, исходя из блистательной модели, предложенной Терри Уайтом, что же бизнес хочет от информационных технологий.
Вчитайтесь, пожалуйста, в это. И я буду показывать два направления на следующем слайде, которые мы сегодня можем рекомендовать вам, как те направления, в рамках которых вы можете совершенствовать и себя, и повышать свою значимость в компании, в которой вы работаете. Хотим мы этого или не хотим признавать, но поддерживание бизнес-импульса с помощью IT де-факто превращается в сервис, который будет покупаться на стороне. Следующие два направления – это улучшение бизнес-результатов. Это та вещь, которая без хорошего понимания вами бизнеса вашего, ваших проблем бизнеса, не может быть решена. И это что за направление? Это прежде всего направление процессное. Значит, лучшего специалиста по процессам, чем главный человек от IT, я имею в виду chief information officer организации, вряд ли можно придумать. И поэтому процессы так и остаются тем направлением, с помощью которого вы можете совершенствоваться сами и повышать свою стоимость в компании. А вот то, что касается взять на себя роль лидера, вот тут возникает проблема. В чем состоит лидерство человека от IT в бизнесе? Это то, что этот человек должен предложить владельцам бизнеса, руководителям компании, то, каким образом, используя ваши хорошие знания в области информационных технологий, вы можете повысить, либо увеличить денежный поток в вашу организацию, либо существенным образом сократить те затраты, которые организация несет при выполнении своей основной деятельности. И поэтому вот здесь возникает одно из центральных направлений, состоящее в том, что большие транзакционные системы, которые в ваших организациях есть, они содержат данные. Но для того, чтобы этими данными воспользоваться, их сначала нужно превратить в информацию. А дальше уже на основе этой информации нужно это трансформировать в знания организации. И в этом смысле имитационное моделирование – это идеальный инструмент, с помощью которого можно начать решать эту задачу. Учитывая то, что далее и далее информационные технологии будут трансформироваться в инфраструктурные, значение вот этих двух составляющих, которые я показываю здесь на этом слайде, будут только возрастать. Это коротко те задачи, которые я ставил, организуя сегодняшний мастер-класс. Как мы будем работать? Значит, в мастер-классе участвует, и я с большим удовольствием представляю господина Борщева, генерального директора компании XG Technology. Два слова, как я вышел на эту компанию, и как и то, как я высоко оцениваю эту компанию. На рубеже примерно 2006-2007 год, когда я читал курс «Методы и средства моделирования в бизнесе», у меня возникла потребность в поиске инструментальной системы имитационного моделирования. Поскольку я имитационным моделированием занимаюсь с середины 70-х годов, то для меня была самая главная проблема, чтобы этот инструмент содержал не одну методологию моделирования, но те методологии моделирования, которые существовали к этому моменту времени, были объединены в едином продукте. И такой продукт я нашел в Ленинградском, точнее, в бывшем Ленинградском, а ныне Санкт-Петербургском политехническом университете, факультет технической кибернетики, если я не ошибаюсь, который создал одну из ведущих систем имитационного моделирования в мире. Ну, более подробно вы услышите дальше, когда я передам слово Бачёву. Сергей Александрович Кролл, который здесь присутствует, это как раз вот тот первый мой выпускник, с которым мы начали использовать систему AnyLogic для решения следующей задачи. Начинали мы решать эту задачу
в процессе, когда Сергей Александрович защищал свою курсовую работу по моему курсу, и там мы вышли на необходимость реструктуризации службы сервис-деск. После того, когда мы с помощью функционального моделирования перестроили немножко службу сервис-деск, дальше возник вопрос. На рубеже вот того времени, когда Сергей Александрович учился в школе IT-менеджмента, Внешэкономбанк, в котором Сергей Александрович в настоящий момент времени является заместителем начальника департамента, он подробнее потом об этом скажет, встала проблема поглощения других банков и встал вопрос, какими ресурсами можно поддержать службу сервис-деск при поглощении вот этих новых банков. И поэтому была выполнена вот эта работа, которую Сергей Александрович будет докладывать. Изюминка того, что вы сегодня услышите, состоит в следующем. Я сразу, немножко опережая события, хочу сказать, что те результаты, которые были получены в 2007 году, ровно по этим параметрам Внешэкономбанк, служба сервис-деск, работает в настоящий момент времени. Сергей Александрович поднял статистику за 2007-2011 годы, и вы посмотрите вот то, как эта статистика накладывается на ту модель, которая была сделана в 2007 году. Вот план нашей сегодняшней работы. Регламент. Значит, первоначально я предполагал сделать перерыв, но учитывая тот большой объем интересных сообщений, которые сегодня приготовлены вам, я предлагаю сделать без перерыва. Я надеюсь, что вы согласитесь. Даете добро? Значит, теперь каким образом мы формировали тот перечень примеров имитационных моделей, которые господин Борщев будет сегодня показывать. Мы с ним, по-моему, часа полтора обсуждали, какой из набор моделей может быть интересен аудитории, в которой присутствуют люди от IT. Поэтому вот это наш выбор, прежде всего ориентированный на людей от IT. После этого мне остается передать слово господину Борщеву и сказать, что я чрезвычайно высоко оцениваю систему AnyLogic, опыт работы, который у меня есть и у Сергея Александровича с этой системой, позволяет мне говорить, что это очень значимая система и то, что эта система полностью сделана в России. Пожалуйста. Спасибо. Хорошо слышно, да? Меня зовут Андрей, я директор компании J Technologies. И сегодня мы будем говорить об имитационном моделировании, что это такое, как это используется, как его нужно рассматривать, где оно может помочь, где оно, возможно, не может помочь. Пожалуйста, давайте сделаем эти полтора часа, которые постараюсь вложиться, интерактивными. То есть, поднимайте руки, задавайте вопросы, я постараюсь на что-то ответить, что-то мы, возможно, отложим на конец сегодняшнего вечера. То есть, пожалуйста, давайте взаимодействовать, пока я что-то показываю, слайды, или делаю модель при вас, а это собираюсь этим также заняться. Вот прежде чем я начну, скажите, пожалуйста, а кто из вас когда-нибудь строил эмоциональные модели? Примерно где-то 25% четверть. Спасибо. А кто имеет общее представление об имитационном моделировании? Будем считать, что половина. Спасибо. У меня есть какие-то слайды, которые я назову, скажем так, философскими, но их будет немного, не волнуйтесь. Вот. У меня есть простые примеры игрушечные, которые важны. У меня есть несколько примеров реальных проектов из нашей консалтинговой практики. Значит, сначала несколько слов о нашей компании. Компания более 10 лет, она действительно возникла на базе Петербургского политеха, сейчас, естественно, существует как самостоятельная бизнес-единица. У нас
два вида бизнеса. Первое – это все, что связано с продуктом. Продукт называется не Logic, это ведущий бизнес, который приносит примерно 70-80% дохода. Плюс есть консалтинговые услуги. Это, соответственно, то, что мы делаем модели для кого-то, решаем чьи-то проблемы при помощи наших технологий. И это где-то оставшиеся, естественно, 20-30%. На сегодняшний день AnyLogic – это наш основной и, в общем, единственный продукт. Имеет около 600 коммерческих компаний, которые его используют. Количество пользователей, ну, соответственно, это несколько тысяч. Вот. И примерно 700 образовательных организаций, которые используют AnyLogic в обучении, для диссертации и так далее. Наш продукт общего назначения, он не, скажем так, не заточен в какую-то конкретную область приложения. Соответственно, это те области, где наиболее часто делают модели наши пользователи. Они, в принципе, расположены по, так скажем, частоте использования. Очень много во всем, что связано с транспортом, логистикой, цепочки поставок, то есть хранение, перемещение чего-то. А здравоохранение – это не Россия, это в основном зарубежное применение, Соединенные Штаты в частности. Производство, бизнес-процессы, очень много оборонных приложений, опять же, не российских, европейских, американских. Стратегическое планирование разного рода, управление проектами и так далее, и так далее. Наша география. Мы находимся в Петербурге. Здесь у нас основная команда разработчиков и, собственно, штаб компании. Здесь работает 20 человек. У нас есть две дочерние компании около Нью-Йорка, в Нью-Джерси и в Париже. Это просто sales, там работает буквально по 1-2 человека. А это общение с клиентами, региональные продажи и чуть-чуть консалтинг. Плюс есть дистрибуторы, порядка 20 активно действующих дистрибуторов по всему миру. Значит, для нас основным рынком, с которым мы начинали, это всегда был американский рынок. Мы сначала выпустили англоязычную версию продукта, и только через несколько лет перевели его на русский язык. Это был где-то, наверное, 2004 год, когда мы почувствовали, что здесь есть существенный спрос на подобного рода технологии. Это некоторые коммерческие клиенты. Ну, суть этого слайда в том, что ну, это фактически подтверждение разнообразия приложений AnyLogic. То есть, что здесь есть? Фармацевтика, страхование, оборона, пищевая промышленность и сети, еще оборона, консалтинг, логистика перевозок пива, НАСА, НАТО и так далее. То есть самые-самые разнообразного профиля компании. Вот. Ну, это все, что касается вступления нашего. Дальше обещанный мной философский слайд. Значит, чтобы мы примерно понимали, о чем мы говорим. Вот этот слайд про моделирование вообще. Значит, что такое моделирование, как мы его понимаем. У нас есть реальный мир, в котором возникает какая-то проблема. Мы должны найти решение этой проблемы. Бывает так, что эксперименты с реальным объектом невозможны или очень дороги, или опасны. Ну, например, объекта может еще не быть. Вот. Изменение объекта связано со значительными вложениями. Непонятный результат. Значит, что тогда делать? Тогда мы из реального мира поднимаемся в мир модели. Мы строим модель системы, которую собираемся строить или модифицировать. Вот этот процесс – это процесс абстракции. Вот это всегда упрощенное и в этом смысле неверное представление реальной системы. Этот процесс неформальный и неформализуемый. Вот. Мы строим модель, и дальше в мире моделей мы делаем какие-то эксперименты. Можем что-то посчитать, можем что-то запустить, можем что-то оптимизировать и находим решение на этом уровне, которое нам остается отобразить обратно в реальный мир. Таким образом, моделирование вот в нашем, как минимум, сегодняшнем понимании
это вот такой вот обходной путь решения проблем через мир без риска. То есть это то, что это безрисковое пространство, а это очень важно, и это, собственно, является фундаментальной причиной применения моделирования вообще. Часто задаваемый вопрос, можно ли верить модели? Еще раз подчеркну, что этот процесс построения модели – это не формальный процесс. Вы думаете, а что может быть важно с точки зрения решаемой задачи, что не важно, а что-то оставляете в модели, что-то выкидываете, что-то упрощаете. Любая модель, таким образом, это ограниченное, упрощенное представление реальности. В этом смысле любая модель неверна, она никогда не воспроизводит реальность с точностью. Корректность модели или там адекватность доказать также невозможно. Значит, это все разделяемые мной цитаты из лучшей книги по моделированию, которая существует, ну, на мой взгляд, в мире вообще. Это книга Джона Стермана, это профессор MIT, называется она Business Dynamics, на русский не переведена. Несмотря на то, что там используется технически только одна из технологий имитации именно системной динамики, но общие постановочные вещи про моделирование там чрезвычайно хорошо раскрыты. Я ее очень рекомендую. Ну так вот, после всех этих слов, сказанных про моделирование, возникает вопрос, зачем нужно моделирование, зачем строить модели. Значит, суть вот в чем, что так или иначе вам не избежать решения проблемы, да, которая перед вами стоит, вам не избежать принятия решения. Решение вы принимаете так или иначе, и в любом случае вы используете какие-то модели. Это могут быть какие-то расчеты, какие-то прикидки, это может быть ваша интуиция, а на самом деле ваша интуиция – это всего-навсего модель, которая у вас есть в голове, которую вы используете неосознанно. Принимают любые решения, там, ежедневные, бытовые или стратегические, в бизнесе, неважно. Таким образом, вопрос, использовать ли модели, не стоит, вы все равно их будете использовать. Вопрос стоит в том, какие модели использовать. И выбрать такую модель, которая соответствует решаемой задаче. Модели бывают. Ментальные модели, модели, которые у вас в голове. Если я возьму PowerPoint и накидаю там какую-то диаграмму, например, оргчарт компании, это тоже модель, потому что ей можно что-то делать примитивное, поменять людей местами, посмотреть, что будет и так далее. Это может быть формулы на листе бумаги, аналитическая модель, почему нет. Это может быть физическая модель, то есть, например, уменьшенные масштабные модели каких-то объектов. Например, обдувание в аэродинамической трубе уменьшенной модели летательного аппарата. Вот, пожалуйста. Это могут быть, естественно, компьютерные модели. Компьютер как гибкое, безрисковое пространство, естественно, очень широко используется для моделей. Английская терминология, на всякий случай, чтобы вы знали, английское слово modeling шире, чем русское слово моделирование. Вот оно включает все, что мы только что обсудили. То есть модель это не обязательно какая-то выполняемая, это имитационная модель. То есть все, что вы накидали, набросали, построили, это может быть модель. А вот имитационная модель это уже simulation модель. То есть simulation это уже имитация. Ну что такое имитация, мы, собственно, этим сегодня и будем заниматься. Если вы в любой компании пойдете в отдел стратегического планирования, оптимизации и так далее, какой, как вы думаете, да, и загляните на экраны работающих там людей, какой самый популярный инструмент моделирования вы там найдете? Excel. Правильно, Excel. Ну, 80% работающих моделей вот в реальном бизнесе это модели на электронных таблицах. Что такое Excel? Excel это у вас есть какие-то ячейки, где вы задаете входы,
у вас есть какие-то ячейки, где вы видите ваш выход, ячейки или графики. Вот. И внутри у вас есть формулы, в более сложных моделях, естественно, будут скрипты, то есть программы, которые переводят эти входы в эти выходы, либо формульным образом, либо алгоритмически, неважно. Важно, что любая электронная таблица представляет из себя вот такую вот функцию, и кто-то эту функцию придумал, создал, написал, и вот она работает. Excel — это неплохо, это хорошо, потому что он есть на каждом компьютере, пользоваться им просто, учить ему не нужно, и если Excel работает, отлично. Вот. Но существует класс задач, для которых вот то, что мы называем аналитическим решением, то есть решением, основанных на формулах или на простейших таких вот алгоритмах, для этих задач найти непросто. Что это за задача? Значит, в первую очередь, ну, давайте так, самая главная отличительная черта этих задач – это их, это то, что эти задачи динамические. То есть в них есть время. Система, которую вы анализируете, изменяется во времени, в ней есть причинно-следственные связи. Ну, например, вы сегодня послали вагон, скажем, из Санкт-Петербурга в Новосибирск, значит, он придет туда через примерно 3 дня, там он столько-то времени будет разгружаться, и я его смогу послать, скажем, в Казань вот такого-то числа. Вот такого рода зависимости, например. Плюс стохастика, то есть случайность, которую нужно учитывать. Вот. Неочевидные зависимости, то есть зависимость есть, но формулы вы ее описать не можете, потому что не знаете, что это за формула. Неопределенность, да, стохастика, нелинейность, большое количество параметров. Ну, например, вот если продавать логистические примеры, Балтика, там крупнейший производитель пива в России, собственный парк вагонов, 1500 вагонов, ими нужно управлять. Как оптимально это делать? Количество параметров невообразимое. Посчитать что-то вот таким вот образом обычно невозможно. Вот если задача имеет какие-то такие черты, то, скорее всего, в Excel аналитически вы не найдете ее хорошего решения. Тогда, возможно, вам имеет смысл применить другую технологию, эмиссионное моделирование. Значит, сейчас, после вот больше таких философских слайдов не будет, значит, сейчас я при вас построю простейшую модель колл-центра. Прежде чем я ее построю, давайте, значит, проанализируем задачу, которую я собираюсь решить. Значит, итак, вот колл-центру, да, поступают звонки, там сидят операторы, а оператор на них отвечает. Самый простой случай. В час 10 звонков. Отвечает один оператор. Среднее время обслуживания 5 минут. Нам нужно получить, скажем, такую характеристику, как среднее время ожидания ответа оператора, звонящего туда человека. Можно такую задачу решить аналитически? Можно. И если вы поищете в интернете, вы там через там, меньше, чем через минуту, найдете ответ. Ответ такой, вот есть такая формула, время ожидания, в зависимости от интенсивности и времени обслуживания, и ответ будет 25 минут. Отлично, ничего не нужно строить, вот как у вас ответ уже есть. Давайте немножко усложним задачу. Работает два оператора, не один. Можно найти аналитическое решение? Можно. Думаете, формула там добавится какой-нибудь двоечкой? Ничего подобного. Формула изменяется вот таким вот образом. Почему она так изменяется вам в жизни? Никогда не догадаться сами. Вот. Но, тем не менее, эта формула есть, ее можно посчитать, и вот с двумя операторами вот такой вот будет ответ на целое 0,05 минут. Вот. Вопрос. А если, например, у нас чуть-чуть более сложная и более реальная задача, например, есть звонки двух типов, простые и сложные. Вот. И на сложный звонок оператор тратит больше времени, статистика это у вас есть. Можно найти аналитическое решение? Может быть, можно, а может быть и нельзя. Кто его будет искать и как, совершенно непонятно. Вот так вы никаких формул, не будучи специалистами в теории массового обслуживания, не выявите.
Вот. Поэтому давайте построим эмуляционную модель вот такого колл-центра и посмотрим, насколько просто при помощи эмуляционной модели получать ответ на подобные вопросы. Пока вы готовите, я маленькую ремарку. Да, конечно, можно эту задачу решить, но дальше возникает вопрос. Мы решили только конкретную задачу. Если же мы двигаемся в сторону эмуляционного моделирования, то мы можем ставить задачу и решать задачу для класса проблем. Вот принципиальное отличие. Да, конечно, я с вами полностью согласен, вы абсолютно правы. В теории массового обслуживания эти результаты есть. Но возникает вопрос, что вы решаете конкретную задачу, либо вы покрываете некоторый спектр задач. Итак, я запустил NeLogic, это, собственно, инструмент, в котором можно строить модели. Он имеет, ну, я сейчас переключился на русский интерфейс, то есть можно все делать по-русски. Ну, вот давайте создадим модель. Название. Вы что, по интерфейсу подсказываете? Вы что, по интерфейсу? Да. Откуда что берется? Коллеги, я в этом смысле хотел попросить вас не столько вникать в интерфейс, сколько посмотреть на логику построения, потому что в этой аудитории об интерфейсе говорить вряд ли имеет смысл высококвалифицированные люди. А вот логика построения, те идеи, которые идут при построении, вот это нам, мне кажется, очень интересно. Если кто-то не согласен со мной, я готов выслушать возражения и тогда подстроиться. Угу. Коллеги, принимается мое замечание? Окей, ну, я создал, пока мы разговаривали, новый проект, называется колл-центр. Вот это мой чистый лист, на котором я буду строить модель, а справа разные палитры, из которых можно что-то перетаскивать вот сюда. Значит, я для наших целей вот, буду пользоваться одной палитрой, которая называется основная библиотека. Вот, и где есть нужные мне объекты. Значит, во-первых, я вот перетащу такой объект, который называется Сольс, и назову его источник звонков. Отсюда будут приходить звонки в наш колл-центр. Значит, затем у меня есть оператор или операторы, которые там сидят и отвечают на входящие звонки. Это у нас будут ресурсы. И вот этот вот resource pool, то есть пул ресурсов, множество ресурсов, я назову оператором. Вот. Дальше, на самом деле, система очень простая. Я возьму всего один объект, который называется сервис, то есть обслуживание. Вот. И говорю, что входящие звонки должны быть обслужены при помощи операторов. И когда они обслужены, они нас больше не интересуют. Вот этот sink, по-английски это значит утонуть, а ну, так традиционно называется этот объект, на самом деле это просто выход из системы. Ну, назову его конец, например. Вот. Это уже модель. И давайте ее посмотрим, какие параметры есть у этих объектов. Вот источник звонков. У него есть параметры, определяющие, как, собственно, эти звонки или заявки в терминологии дискретно-событийного моделирования прибывают. Значит, давайте проверим, что у нас единица времени стоит минута. Вот она минута. И если у нас сколько там 10 звонков в час, вот, то у нас будет, давайте вот так вот, 10 поделить на 60. Ну или если 10 звонков в час. Можно вот так вот написать. Отлично. Операторы. Ну, сколько операторов? Один. Ну, пусть будет один. Время обслуживания. Понятно, что он случайно. Вот. Здесь задано треугольное распределение.
Я задам немножко другое распределение, а именно экспоненциальное. Вот. С временем одна пятая. То есть интенсивность обслуживания 5, простите, среднее время обслуживания будет вот 5 минут. Собственно, все. Вот можно запустить модель. Да, я прокручу модель во времени, все верно. Вот у меня здесь есть какая-то очередь заявок. Это те заявки, которые стоят в очереди. Это то, что я могу получить вот как бы сразу. Это количество заявок, количество звонков, которое поступило. Это количество звонков, соответственно, которые вышли из системы. Вот, давайте что-нибудь померим. Давайте померим время нахождения заявки в системе. Этот объект у нас будет, так скажем, ставить временной штамп, когда заявка вошла, ну, скажем, время входа. Вот. А сюда мы вставим объект, тоже измеритель, который будет, соответственно, измерить время выхода. То есть здесь ставится штамп на заявку, а здесь вычитается из текущего времени вычитается время его вхождения в систему. Таким образом мы измеряем время в системе. Время нахождения заявки в системе. Время нахождения заявки в системе. Вот. И мы говорим, как мы хотим это время измерять. Нас интересует, например, распределение этого времени. Понятно, что время случайное. Если время случайное, то понятно, что мы результатом этих измерений будем иметь какой-то набор данных, и мы хотим, например, их в виде гистограммы показать. Вот мы находим гистограмму как элемент наших статистических инструментов здесь. Вот. И добавляем сюда гистограмму, которая находится в этом объекте. Коллеги, прошу обратить внимание, идет накопление статистики, на основе которой у вас появляется принципиальная возможность оценить закон распределения, высказать гипотезу, сформировать гипотезу о законе распределения, а дальше начать анализировать параметры этого закона распределения. Вот смотрите, я сейчас запустил эту модель, ну, с максимальной скоростью, возможной для режима, когда у нас есть анимация. Вот, и мы получили, что среднее время нахождения заявки в системе, это, что у нас получается, 30 минут почти, правильно? Вот. Ну, сразу на всякий случай вопрос. Если у нас, если помните, ответ вот здесь был 25. Почему здесь 30? Нет, не косяк. Потому что мы 25 минут, это было время, простите, не та презентация, давайте закроем. Это было время ожидания ответа, то есть время нахождения в очереди.
Вот, а мы здесь померили общее время нахождения в системе вместе с временем обслуживания. Это будет 25 плюс 5. Вот как раз будет вот это вот 30. Вот. А для того, чтобы перейти вот от этой простой формулы к вот этой сложной, ну, в общем, нужна некая теоретическая работа. Не то в имитационной модели. То есть в имитационной модели вы просто берете и говорите, что у нас не один оператор, а два. И запускаете модель опять. А среднее время нахождения в системе это 6.05 минус 5 минут на обслуживание. Это как раз будет те самые 1.05 минут. Давайте тогда уже решим эту задачу до конца. Например, если звонки двух типов. Если звонки двух типов, ну, кто-то сказал, что может посчитать это аналитически. Может быть. Можно пожелать ему удачи, потому что задача на самом деле непростая, а для некоторых, ну, для реальных распределений она вообще не решается, не имеет аналитического решения. А что делаем мы? Мы говорим следующее, что у нас есть, давайте возьмем типы звонков. Ну, в принципе, это делается, если уж так делать по-хорошему, вот таким вот образом. Мы вводим тип звонок. Вот, базовый класс, для которого будет entity. Entity – это заявка, это то, что путешествует в нашем процессе. У него будет параметр сложный тип булевский. Это некий Java код, который для нас вообще не важен сейчас. Надо сказать, что AnyLogic вообще написан на Java и в качестве скриптового языка предлагает Java. То есть все, что вам не хватает в графике, вы можете дописать на Java. Ну, в данном случае нам это не очень нужно, потому что модель простая. Вот. Ну и будем говорить, что вот эти заявки, которые поступают в наши звонки, это звонки, у которых есть параметр сложный, и он будет иметь случайное значение. Например, 30% звонков random true – это функция, которая дает случайный результат, либо false, либо true, вот, с этой вероятностью. 30% звонков у нас сложные. То есть мы изменили то, что поступает вот отсюда. А вот здесь… Изменили статистические характеристики закона распределения входа. Тогда как в аналитическом решении, когда выводится соответствующая форма, говорится, допустим, что закон распределения экспоненциальный или какой-то фиксированный. Здесь этого ограничения нет. Угу. Вот. И в блоке обслуживания мы говорим, что вот время обслуживания зависит от того, какой звонок. Если сложный, то, ну, пусть будет для простоты, например, оно будет обслуживаться 15 минут. В противном случае, как раньше. И смотрите, вот у нас среднее время пребывания уже изменилось с 6 минут на 13. А возможности для экспериментирования в этой среде практически не ограничены. Ну, например, что я могу сделать? Я могу сказать, что я не знаю, сколько у нас будет сложных звонков. Вот. Пусть это будет, например, параметр, который я назову, например, процент сложных. И значение по умолчанию, например, 30. Это значение я использую вот здесь вот. И возьму сюда, например,
такой элемент управления, как слайдер, который я свяжу с параметром процент сложных звонков и, естественно, значение от 0 до 1. Ну и плюс еще, когда я меняю, я хочу сбрасывать вот эту статистику. Сейчас 60% сложных звонков. Вот так вот изменилось время ожидания. То есть некоторые люди ожидают там по 200 минут. А будут люди ожидать по 200 минут в реальной системе? Не будут. А адекватная эта модель как бы в нашем смысле? Неадекватная, потому что мы не учитываем вот это вот поведение людей, да? То есть обратной связи от времени ожидания к их решению оставаться в системе. Можно это учесть в модели? Очень просто. Мы говорим, что вот этот наш блок обслуживания включает в себя уход по тайм-ауту. Вот этот тайм-аут, ну пусть, например, там равномерно распределен от там, 10 до 20 минут. И вот так вот уходят эти люди. И это совсем другое распределение. Значит, ну, я могу поспорить на что угодно, что вот для подобной системы, которую мы сейчас создали, она достаточно простая, и в принципе достаточно может быть приближена к реальности, никакого аналитического решения не существует вообще. То есть, в принципе, этих формул нет, их не вывести. Вот. Итак, мы построили эмиссионную модель. Что такое эмиссионная модель в принципе? Самое главное – это выполняемая модель. То есть, если про цельную модель мы говорим «вычислить», да, там, нажать кнопку и вычислить, то здесь мы нажимаем кнопку, которая ее запускает, мы говорим «выполнить». Как любая выполняемая, то есть все, что выполняется, предполагает какую-то программу, то есть набор правил. И именно это такие правила, которые позволяют строить следующее состояние системы во времени из текущего. Любая эмиссионная модель, она делает следующее. У нее также есть какие-то параметры на входе. Она помещает систему в какое-то начальное состояние в момент времени t0 и строит вот такую траекторию. То есть она воспроизводит поведение, динамику системы, то есть изменение ее состояния во времени. Вот. И что важно, выходы, вот эти y, которые мы получаем, эти y мы наблюдаем и измеряем по мере выполнения модели. Вот. Например, характеристики, как время в системе, время ожидания, загрузка ресурсов, вероятность неудачи, вероятность выполнения плана. Это все та статистика, которую мы собираем на работающую эмиссионную модель. Извините, не просто собираем, но самое главное, мы видим, как в зависимости от изменения характера модели меняется и время ожидания, меняется и отношение нашего клиента к соответствующей очереди. И это есть блистательная фраза, что цель вычислений не результат, а понимание. Так вот, здесь мы достигаем ключевого элемента понимания поведения системы. Да, вот в одной из школ эмиссионного моделирования, ну, так скажем, я отношу к этим школам системную динамику, принята следующая формулировка. Никогда не говорите «модель показала», а говорите только «модель помогла мне понять». Это вот к вашей ремарке. Значит, чем еще хороша имитация? Значит,
Во-первых, это доступность величин для измерения. Поскольку мы воспроизводим достаточно детально все, что происходит с реальной системой, мы что захотим, то и померяем. А нам не нужно заранее думать о том, какие переменные туда включить. У нас воспроизводится процесс, и мы где хотим, потом уже, после того, как модель построена, можем вставить наши измерители. А вторая и естественное второе преимущество – это наглядность. А ну, на других моделях потом она будет, возможно, более очевидна для вас, но так или иначе убедительность имитационных моделей, когда вы видите, а вот какой процесс, вот как движутся, я не знаю, мои грузы, вот как работает мой цех, они гораздо более убедительны, чем любые аналитические расчеты в Excel, потому что, ну, вот это черный ящик, за которым Бог узнает, что стоит и кто эти формулы и коэффициенты к ним создавал и откуда брал. Это перечень областей, в которых имитационное моделирование имеет заслуги. То есть то, что, скажем, называется success stories. В этих областях имитация применяется давно и является стандартным инструментом, так скажем, в наборе аналитик. Они расположены на шкале уровня абстракции. Уровня абстракции соответствующих моделей. Вот внизу мы имеем модели очень детальные, где важны конкретные объекты, их размеры, скорости, расстояния, метры, сантиметры, метры в секунду, вот такие вещи. Это подробные модели, детальные модели. С точки зрения бизнеса это будет оперативный уровень. Да? Вот. Наверху модели высокого уровня абстракции, где мы отвлекаемся от многих вещей, мы многое выбрасываем. Мы можем не рассматривать, например, каждого клиента или каждый продукт, который мы продали. Мы можем рассматривать их количество и динамику этих количеств. Ну, какие-то примеры. Ну, например, динамика населения города или, например, количество автомобилей в городе в зависимости от там, дорожной инфраструктуры, доходов граждан, количества рабочих мест. Вот что-нибудь в этом роде. Естественно, это высокоуровневая модель, и она дает, например, прогноз на годы, и, то есть горизонт планирования, горизонт анализа здесь достаточно далекий. Вот. Или, например, ну, если там говорить про транспорт, вот микромодели транспорта. У вас есть перекресток, достаточно сложный, вы хотите оптимизировать работу светофора, то есть его фазы. У вас есть какие-то входящие потоки машин, вот, и вы экспериментируете, что будет, если вы будете делать фазы больше, меньше, как-то разбрасывать эти потоки по направлениям, а может быть в зависимости от времени дня и направления, и часов пик и так далее. Это будет, естественно, модель более детальная. Имитационное моделирование современным существует три метода. То есть методы это, как сказать, это три разных школы построения модели, три ну, разных взгляда, парадигмы, философии. Так. Они такие. Значит, первое и самое, возможно, близкое вам, это дискретно-событийное моделирование. То, что мы только что делали с этим простейшим колл-центром, это дискретно-событийное моделирование. Правильное название для него будет скорее не действительно событийное, а процессное. Вот. Потому что вы систему, которую анализируете, пытаетесь представить как процесс. Вторая школа – это системная динамика. Системная динамика – это инструмент тех, кто работает на стратегическом уровне планирования. Гораздо более абстрактные модели, сам язык и методология предполагает высокий уровень абстракции. Очень простой язык моделирования, очень сложно строить модели. Аналитик, который строит такие модели для менеджмента компании, получает в несколько раз больше за час своей работы, чем аналитик, который строит, скажем, модель производства из вот блоков, которые мы только что видели.
Наконец, есть агентное моделирование, более новый, новый метод моделирования, который начал использоваться практически только где-то с 2000-х годов. Вот, что это такое, мы посмотрим чуть позже. Вот. Значит, системная динамика. Не знаю, насколько вы будете с ней когда-либо иметь дело, но так или иначе, чтобы вы немножко представляли вот эту кухню, я при вас очень быстро постараюсь уложиться там в 5 минут, построю систему динамическую модель на вот этом же инструменте. Это совершенно другой тип моделирования. Значит, это какие-то принципы построения, которые вы можете читать, можете не читать. Так или иначе, я могу эту презентацию вам оставить, и будет видео. Вот. Но сейчас мы долго оставаться на этом не будем. Значит, модель, которую мы построим, вот какая. Это модель продаж нового продукта. Вы компания, вы выходите на рынок с новым продуктом. Вы хотите понимать, какая будет динамика продаж. Ваше предположение. Вы знаете примерный объем рынка, ну пусть будет, например, это какой-нибудь небольшой, 10 тысяч человек. На принятие решения потребителями, покупать или не покупать ваш продукт, влияет реклама и мнение других потребителей. Ну, то, что называется, да, вот, сарафанное радио, плюсная реклама. Значит, какова будет динамика продаж? И сейчас для вас важно проследить мои действия, то есть что появляется на экране и почему это появляется, то есть что я, какие предположения я на самом деле при этом делаю. Так, вот наш неоджик. Модель я сохраняю, создаю новую, которую мы называем продажа нового продукта. Так, уже есть такая, ну, например, два. Так. Открываю совершенно другую палитру. Эту закрываю. Это называется системная динамика. Вот. Здесь есть несколько элементов, и это весь язык системной динамики, повторяю, очень-очень простой. Рассуждения мои такие. Я делю наших потребителей, моих клиентов, на потенциальных и реальных. Вот. Вот здесь будут те люди, которым я могу продать. Изначально их 10 тысяч. Это мои клиенты, те, которые уже купили. Изначально их нет. Ноль. Пока вот неважно, такие квадратики, два квадратика. Ну, я надеюсь, что я буду все-таки что-то продавать, поэтому я рисую стрелку отсюда сюда. И эта стрелка называется продажа. Это так называемая диаграмма накопителей и потоков. Вы можете рассматривать это как бак, из которого нечто перетекает вот сюда. У меня было столько-то потенциальных клиентов, все купили, все перетекли сюда. То есть это как, вот эти квадратики как накопители, английский термин stock, а вот это поток, английский термин flow. Почему люди покупают? Ну, по нашему предположению, в частности, из-за рекламы. Ну, вот мы вводим такое дополнительное понятие, как продажи из-за рекламы. И это часть наших продаж. Каковы продажи из-за рекламы? Ну, наверное, есть что-то, что говорит о том, эффективна реклама или нет. Вот мы вводим такой параметр, как
эффективность рекламы. И он влияет на продажи из-за рекламы. Что еще влияет на количество продаж? Ну, наверное, вот объем рынка, да, чем больше у нас, чем большему количеству людей адресуется реклама, тем больше этих продаж. Это стрелки, это зависимости продажи из рекламы, зависит от количества потенциальных клиентов, зависит от эффективности рекламы. А как зависит, мы не сказали. И мы не сказали, поэтому эта модель сейчас выполнена быть не может. Вот видите, здесь есть какие-то ошибки, которые на самом деле говорят о том, что мне необходимо ввести реальные формулы этих зависимостей. Прежде чем модель, которая, в общем-то, уже модель, да, сможет быть выполнена. Вот. И зависимости эти такие. Ну, вот, во-первых, сами продажи пока что у нас просто равны продажам из-за рекламы, других мы не рассматриваем. Вот. А продажи из-за рекламы это количество потенциальных клиентов умножить на эффективность рекламы. Вот так вот, например. Да? Что такое эффективность рекламы? Я вот введу здесь какое-то значение, например, сейчас объясню, что это такое. В общем, в принципе, первая версия модели готова. Можем ее запустить. Количество социальных клиентов убывает, количество клиентов прибывает. Продажи, которые имеют размерность продаж в день, ну, в единицу времени, вот, тоже постепенно убывают. Почему? Ну, потому что у нас постепенно уменьшается размер рынка. Вот. Вот я останавливаю эту модель и обращу ваше внимание вот на что. Вот посмотрите, какие значения у этих переменных. 6583,607 клиента. Это не целое число. Понятно, что реальные клиенты неделимы. Вот. Почему мы здесь имеем такие значения? Потому что уровень абстракции, который предполагает системная динамика, говорит, что мы не рассматриваем индивидуальные объекты вообще. От индивидуальных свойств мы отвлекаемся. Мы говорим, у нас вот только количество. Количество клиентов, количество продаж – это очень высокий уровень абстракции. Детали, например, мы здесь не можем учесть, что клиенты разные, что кто-то более чувствительный к рекламе, кто-то нет. Это такие вещи прямо в этой методологии не учесть. Ну, давайте эту модель доделаем быстренько. У нас есть продажи из-за устной рекламы. Это вторая составляющая продаж. Здесь будет у нас плюс. Как они происходят? Люди говорят друг с другом, и результатом этого может стать убеждение слушающего в том, что продукт хороший, его нужно купить. То есть тоже есть какой-то параметр, наверное. Это, ну так скажем, убедительность разговоров. Имеет смысл связать с количеством уже выявившихся? Конечно, конечно, имеет. А это следующая гипотеза? Да, да, да. Абсолютно правильное замечание. Продажи из-за устной рекламы, естественно, зависят от количества
тех, кто обладает продуктом и может о нем что-то сказать. То есть эта стрелочка у нас здесь обязательно будет. Вот эта вот эффективность как бы устной рекламы, это параметр, да, который мы сюда ввели. Вот. Ну и что еще сюда должно влиять? Это, естественно, объем рынка, да, оставшегося, который всегда влияет на любые продажи. Вот так вот. Формула для этой штуки, она сложноватая, и она вот какая. Я примерно постараюсь, это последний шаг в этой модели. Она такая, значит, каждый клиент, то есть мы берем количество клиентов, в каждый момент времени, например, в каждый день говорит со сколькими-то людьми, простите. Вот это тот параметр, который у нас еще нет. Ну давайте я его сейчас здесь, частота контактов, я его не забыл. Он поговорил с какими-то людьми, но часть из этих людей уже могут иметь продукт, а часть нет. Нас интересуют только те, у которых продукта еще нет. То есть мы умножаем на эту долю, а доля эта будет вот какая. Вот количество потенциальных клиентов, зеленое на общее количество людей вообще. Вот, итак, каждый обладатель, счастливый обладатель продукта в день там, или в месяц, неважно, в единицу времени, поговорил вот с таким-то количеством людей, из которых вот такая-то доля, это наш addressable market, то есть те, к которым можем обратиться, то есть те, которым можем продать. Вот, и вот с вероятностью убедительность разговоров этот человек купил. Вот. Вот, отличное замечание. То есть вы говорите, что если я купил вчера, то я, например, да, вот очень активно распространяю какой-то слух о том, что я купил. А если я купил месяц назад, то мне, в общем-то, уже все равно, я вообще об этом не говорю. Вот. Для того, чтобы это учесть, нам нужно клиентов, вот у клиента, в принципе, помнить, когда он купил. Но это же системная динамика. Здесь у нас все клиенты перемешаны. И мы, как только попадает сюда, человек, мы забываем о том, когда он купил. И в этом смысле впрямую то, что вы говорите, в этой методологии не учесть. Косвенно можно, но впрямую нет. Небольшое замечание. Вот ваша постановка задачи, как раз есть та граница, которая отделяет системную динамику от другой методологии, которую нужно будет применять, базируясь вот на той гипотезе, которую вы высказали. И когда будет вестись речь о комплексном моделировании, я думаю, что вы на этом остановитесь. Да, пожалуйста, вопрос. Как вы здесь начали, когда человек недоволен? Да, значит, это можно будет учесть, вот, ну, можно было бы, я этого делать не буду сейчас, потому что у нас время ограничено, можно было бы учесть здесь, разделив вот этот вот накопитель на два, довольные клиенты, недовольные клиенты. Вот. Я ввел недостающие параметры частота контактов, пусть это будет, например, там, не знаю, 100 человек в месяц. Вот, так, клиенты, я сделал ошибку, все, и мы можем запустить модель. Так. Ну, смотрите, что-то у нас тут не ладится. Почему не ладится? Потому что убедительность разговоров у нас равна нулю. То есть у нас динамика такая же, как была до того. Видите? Продажи из-за рекламы равны нулю. Давайте поправим. Ну, пусть убедительность разговоров какая-то.
Вот такая, например. 0.015. Выше, чем он делает. Да. А вот смотрите, дальше можно не моделировать, потому что у нас остался 1 целая с чем-то потенциальных клиентов, все купили, и вот наша динамика продаж. Значит, это знаменитые колоколообразные и S-образные кривые. Вот здесь, если более часто, например, делал измерения, здесь была бы вот очень красивая колоколообразная кривая. Вот. То есть, смотрите, сначала у нас продажи не очень большие, потом они очень частые, да, потом они идут на спад. Естественно, вот это почему у нас они идут на спад? Ну, это не стагнация, это насыщение рынка на самом деле. Да, рынок насытился, все, мы больше продавать больше некуда. Вот. А если повторные продажи учитываются? Если повторные продажи здесь хорошо учитываются как раз. То есть мы вот отсюда, да, мы поток можем направить сюда. То есть, например, у продукта конечный срок действия, да, и через 2 недели я обязан, ну не обязан, мне хорошо бы купить этому продукту замену. То есть эти вещи достаточно хорошо учитываются на уровне системной динамики. Вот. Ну, эксперименты, которые можно сделать. Давайте я сделаю один эксперимент прямо здесь. А он следующий. Я очень-очень медленно запущу модель. Вот. И через какое-то время я рекламу отключу. Спущу ее быстрее. А у нас кривые, но если вы следили немножко, да, к 10 месяцам мы продали всем, кому могли. Как раньше, так и сейчас. Хотя на самом деле здесь я рекламу отключил практически сразу же. Что это говорит? О чем это говорит? Нет, у рекламы, да, она какая-то эффективность, но влияние устной рекламы на продажи гораздо больше. То есть, в принципе, вот такой вот простой эксперимент говорит, что, в общем-то, реклама нужна только на начальной стадии, да, когда никто не знает о нашем продукте. А потом, когда уже продукт немножко запустился, мы можем ее инвестиции в рекламу уменьшить, вот, потому что дальше рынок сам с положительной обратной связью работает на себя. Значит, мы на этом системной динамикой закончим. Вот, значит, что я, на что хочу обратить внимание. Вся системная динамика вокруг накопителей, потоков и вот этих вот циклов обратной связи. Обратная связь здесь фундаментальное понятие. Чем больше клиентов, тем больше они стимулируют новые продажи. Положительная обратная связь. Чем меньше потенциальных клиентов, тем медленнее у нас идут продажи. Это так называемый балансирующий цикл, то есть отрицательная обратная связь. Вот. Как строить эту модель, на самом деле, я знал, как ее строить. Как строить эти модели, системы, с которыми вы не знакомы, это не будет, это сложно, это не будет понятно сразу же. Ну и дальше, например, что такое убедительность разговоров? Как я померю этот параметр вот в реальности? Откуда его возьму? Можно ли его измерить впрямую? Наверное, нет. Можно ли его измерить косвенно, через, например, какие-то маркетинговые опросы? Возможно, да. А можно ли его получить путем калибровки модели, имея какие-то исторические данные? Наверное, да. Вот. То есть буквально каждое движение мыши, которое вот мы сейчас делаем,
оно под собой имеет очень серьезные предположения, которые, естественно, нужно проверять, и поэтому квалификация человека, строящего вот подобные модели, она должна быть очень высокой. Вот. На этом системной динамикой мы закончим. Вот, если есть вопросы по ней какие-то, да. Комментарии. Да. Вы, в принципе, взяли ожидания свои, да? Переложили на эту построили модель, наделили своими ожиданиями эту модель, потом начали как консультанты из Бейкер-Маккинзи. Они сразу же делают какое-то предположение и говорят, ну, вот должно быть так. То есть либо так, либо не так. Вот вы предположили, сделали какую-то модель. Но те коэффициенты, которые вы вводили, да, то есть понятно, что это какая-то статистика. Но вот ваши ожидания, они могут быть ошибочны. Могут быть. Значит, что люди делают для того, чтобы проверять подобные модели? Да? Потому что понятно, что модели полны несуществующих в реальности параметров. Да? Каких-то предположений о влиянии, о количественном влиянии, каких-то формул. Умножить или сложить, вот, ну, какие-то такие вещи. Да? То есть, ну, самое простое, что можно сделать, но не единственное, безусловно, это проверка модели на существующих каких-то исторических сценариях. Если у вас есть статистика за предыдущие периоды похожих систем, вы можете эту модель откалибровать по вот этой статистике. Значит, ну это вот одна из простейших вещей, да, которые можно сделать. В конце, если мы успеем, я покажу рекомендуемым Стерманом, ну, как бы основным на настоящее время специалистом, да, по системной динамике, набор тестов и вопросов, которые модулер, ну, человек, который создает модели, должен себе задавать, прежде чем он такую модель принесет заказчику. То есть вопрос хороший, но вот, чуть позже мы более подробно его на него ответим. Еще один вопрос. Да. Скажите, пожалуйста, ваше моделирование реализовано какие-нибудь реальные коммерческие проекты? А, значит, в нашем... Вы имеете в виду... Через вашу систему? Да, конечно. Конечно. Например, можно привести? Примеры коммерческих проектов? Ну, например, вот в таком виде было это моделирование автомобильного рынка Северной Америки, например, да? По заказу компании General Motors. Делали не мы, это делали наши клиенты на нашем инструменте. Вот. Очень много моделей по, ну, если говорить системную динамику, там, например, распространение эпидемий, экономика здравоохранения, ну, то есть из совершенно разных областей, динамика городского населения, есть модели политические, то есть, например, изменение политических взглядов, баланс политических настроений в обществе. Ну, очень много разных моделей. Позвольте мне. Да. А вы пробовали что-нибудь помочь сосульком в Питере? Я предлагаю этот вопрос трактовать как высказывание и двигаться дальше с вашим разрешением. Это, наверное, от москвича был вопрос, да? Коллеги, на самом деле нужно отметить следующее, что системная динамика появилась одной из первых систем моделирования в конце 50-х годов. В начале 60-х годов в компании IBM был написан первый язык имитационного моделирования для неприродных систем динамо. И вот те идеи, которые здесь есть, они идут оттуда. И первая модель реальная, которая была сделана, это была сделана динамика предприятий. Значит, в Советском Союзе была издана книжка Джея Форестера «Динамика предприятий». Потом появилась книжка «Динамика города». А потом появилась модель мировой динамики, которую после обсуждения этой одной из простейших моделей Джея Форестера было реализовано в виде двух национальных проектов. В 1979 году начались два национальных проекта по построению системы имитационной модели мировой динамики. Один из проектов – это СССР, второй – Соединенные Штаты Америки. В России этим проектом занимался Институт системных исследований
который был создан в 1979 году как раз для реализации модели мировой динамики. Спасибо. А нам нужно двигаться дальше. Вторая методология эмоционального моделирования дискретных событий. То, что мы строили с самого начала, вот этот вот колл-центр построен в этой методологии. Она также примерно стара, как системная динамика. Джеффри Гордон, 60-е годы, тоже... 63-й, спасибо. Тоже IBM создал некую систему, которая впоследствии, мы, возможно, слышали аббревиатуру GPSS, это General Purpose System Simulator, вот, ну, к которой и восходят корни всех современных инструментов создания подобных моделей. Значит, ключевое слово для этой методологии – процесс. Если вы, моделируя систему, хорошо представляете себе ее как процесс, то что значит процесс? Это последовательность операций каких-то, выполняемых над какими-то сущностями. То вам, скорее всего, подойдет, поможет для исследования системы метод вот, дискретно-событийного моделирования. Ключевые понятия здесь это заявки или транзакты, транзакции, по-английски слово entity, сущность используется, вот, которые представляют себе что-то, что проходит через процесс. Клиенты, пациенты, звонки, детали, документы, компьютерные транзакции, все что угодно, там, грузы, палеты, это заявки. А в нашем примере это были звонки. А ресурсы, то, чем, с помощью чего обрабатываются заявки и за, так скажем, обладание, которыми они могут конкурировать. Это какой-то персонал, то есть доктора, рабочие, грузчики, операторы, штабелеров, водители и так далее. Это может быть само оборудование, например, станки или там в больнице рентгеновский аппарат. Это могут быть автомобили и так далее. Это вот некий ресурс. Сама динамика описывается диаграммой процессов, то есть то, что вот у нас было вот здесь. Вот это не что иное, как диаграмма процессов, источник заявок. Вот здесь была очередь и задержка, ресурс, выход заявок из системы. Вот. И, как правило, в этих моделях есть случайность, они недетерминированные. В них операции, поступление заявок определяются случайными процессами. Вот. Для сравнения, модель системно-динамическая, которую мы только что строили, она детерминированная. Сколько бы раз вы ее не запускали, она даст одну и ту же кривую. И хотя в реальности процесс продаж нового продукта, естественно, случайен, потому что люди в случайные моменты принимают решения и так далее, но на этом уровне абстракции вся эта случайность агрегируется, превращается в детерминизм за счет количества рассматриваемых объектов. Это была система динамики. В дискретно-событийном мы явно учитываем эту случайность. Вот если мы вернемся сюда в модель колл-центра, то вот, например, случайность. Экспоненциально распределенное время обслуживания. Прибытие, скажем, 10 звонков в час, но на самом деле они приходят в случайные времена и так далее. Значит, немножко о случайности. Ну, это некая вот такая азбука, да, которую имеет смысл знать. Вот три распределения, которые в эволюционном моделировании используются наиболее часто. Экспоненциальное, треугольное, равномерное. Это распределение используется для моделирования потоков независимых событий. Если вы, например, у входа в супермаркет поставите человека, который будет вот с таймером измерять интервал между двумя последовательными входами туда покупателей.
а потом эти измерения представить в виде гистограммы, то есть эта гистограмма будет похожа вот на вот этот график. Любые потоки независимых событий, а покупатели не договариваются друг с другом, как они войдут, да, то есть они независимые, приехал на парковку, вошел, вот, они моделируются при помощи дифференциального распределения. Значит, что такое треугольное распределение? Треугольное распределение применяется в случае, если у вас есть какое-то представление о времени, например, времени обслуживания, вот, но нет хорошей статистики. То есть вы знаете, например, там в Сбербанке, как минимум клиент у окошка проведет, скажем, одну минуту, вот у меня минимум есть, а самая длительная операция занимает 35 минут, какое-нибудь открытие счета, а в среднем, ну вот, или наиболее, не в среднем, простите, наиболее частая операция, вот она вот такая. Вы используете треугольное распределение. Оно имеет вот такую вот... функцию распределения, треугольную, естественно, вот, и применяется, когда качество ваших знаний о стохастике, вот примерно как я сказал. Если вы измеряли это время, и если у вас есть статистика, значит у вас есть какое-то свое распределение, которое вы также можете в эволюционной модели, естественно, включить. Вот, равномерное распределение. Ну, когда у вас, вы знаете, минимум-максимум, но у вас абсолютно нет никаких предположений о том, какие наиболее часто, а какие более редко, менее часто возникают реализации этой случайной величины. Ну, тогда вот используется равномерное распределение. Английское слово – это вот uniform distribution. Вот. Следующий пример – это деньги. Значит, эволюционное моделирование часто используется для... оптимизации стоимости чего бы то ни было, процесса, не знаю, построения нового распределительного центра, склада, замена оборудования в цеху и так далее. Вот, значит, и, соответственно, пример, который я покажу, я вот сейчас собираюсь показать два уже больших реальных примера, чтобы у вас не возникало сомнения, что эта технология реально где-то используется. Вот. Значит, там модель эволюционная имеет ассоциирована со стоимостью. Значит, где, как вот осуществляется эта связь денег и процесса? Значит, например, у вас есть какая-то операция, не знаю, там, например, там, покраска или... не знаю, подготовку чего-нибудь в печи, которая имеет свою стоимость. Единичная операция что-то стоит. Значит, вы в том месте модели, где у вас операция, приписываете ей такую стоимость. У вас могут быть какие-то рабочие, которые работают на складе. Рабочие получают зарплату, соответственно, эта стоимость распределяется на те палеты, которые через этот склад проходят. И так далее. То есть стоимость можно приписать в разные места эволюционной модели, в разные места процесса, если это процессная модель. Вот. А потом, прогоняя заявки через эту модель, посчитать их себестоимость, и вот стоимость как бы нашей системы в целом. Так, давайте абстрактный пример я опущу. Вот. Начну с конкретного примера. Значит, этот проект, который делал наш консалтинг, он почти закончен. Здесь все данные искажены, имя выдумано, но будем считать, что это какой-то ритейлер потребительской электроники. Ну, например. Вот такой примерно объем бизнеса этого ритейлера. Вот. И компания думает о построении собственных распределительных центров в разных местах России. Соответственно, вопрос, где строить? Вот, вопрос, где строить. Ну, плюс еще есть разные побочные вопросы. Ну, например, там, собственно, магазины, да, должны ли они иметь склады? То есть свои какие-то буферные пространства, где может храниться. А какого объема? Не должны.
и так далее. То есть вот ряд вопросов, на которые, которые помогает решить инновационная модель. Вот, была построена инновационная модель, и вот входы и выходы этой модели. Значит, вероятное расположение распределительных центров, данные про магазины, товарный запас, план продаж, он же прогноз продаж. То есть как, с какой частотой, когда будут уходить товары из конечных розничных магазинов. Маршруты, цены и формула потерь в продажах при недостатке товара. Что это такое? Если мы хотим минимизировать стоимость, понятно, что можно вообще, например, ничего не возить, не продавать, вот, и тогда у нас стоимость будет небольшая, но при этом у нас будет, естественно, неудовлетворенный покупательский спрос. Вот. И обычно в этих моделях в целевую функцию вводится вот этот штраф, если, например, товар на в розничном магазине уровень запасов упал ниже какой-то отметки. Вот. А это, соответственно, выходы модели.